энергии Хи, которая отвечает и простраивает у нас эфирное тело, вот здесь сложнее. Осталось только хинное дерево и очень небольшой спектр растений, которые сильно изменены по названию. То есть я даже, честно, прорывшись месяц в старых книгах, вот нашла только хинное дерево. Хотя, может быть, я как непрофессионал просто не так качественно искала. Дальше, энергия Фи, которая, кстати, является энергией гормонального фона и, соответственно, омоложения, это фибовая трава или то, что сейчас называется лапчатка серебристая. Знаменитые деревья, ну, древовидные растения, которые у нас сохранились, такие как фига, да, финик, фисташка. Вот, пожалуйста, да? То есть нам природа, она все время пихает все, что может. Вот мы просто не понимаем, на что мы смотрим. То есть вот эти растения, и не только они, а многие, будут давать энергию омоложения. Дальше. Энергия ми, мелисса. Понятно, что пишется там где-то через я, через е, но когда ты протяжно произносишь, а у нас, вот я, кстати, предыдущий мой эфир, там я говорила, что у нас раньше все протяжно говорят, прям пропевая. То есть когда мы произносим мята, да, мы как бы через и произносим, то есть мята, мелисса, мимоза, это все туда же. То есть энергия ми передается человеку от взаимодействия с растением, соответственно, название которого есть энергия ми. То есть это улучшение памяти. Вот многие у меня спрашивают, как улучшить память. У нас же сейчас химтрейлы, они распрыскивают, распыляют фосген. Вот бывает среди дня вот сидишь и реально приходится записывать, потому что ты элементарные вещи не можешь запомнить. Это следствие распыления фосгена. Так вот, для тех, у кого есть проблемы с памятью, это энергия пи и энергия ми. Поехали дальше. Энергия ли. Вот для меня еще часто спрашивают, как восстановить свою судьбу, как по судьбе встретить того человека, который сужден, или там, например, события, которые хотелось бы очень реализовать, но сил на них не хватает. Вот здесь помощница энергия ли. И она есть в таких растениях, как липа, лимон, лиственница, липкая трава, или то, что сейчас называется подмаринник цепкий. Та же самая мелисса, да, то есть ли-ми-лиса. То есть растения, которые копят не одну какую-то энергию, а огромное количество потенциала. Дальше, энергия пи – это то, что дает память. Вот помним, у нас есть травки, которые горькие. Чаще всего интересный факт, что голова светлеет, когда даже на уровне желудочно-кишечного тракта начинаешь их принимать. Горькие травы, да, и такие, как пижма. Вот смотрите, энергия пи. То есть вот это просветление головы, это не только потому, что гельминтоз уходит от горечи этой травы, а именно потому, что есть энергия, формирующая память. То есть, например, пихта, пижма, да, и другие растения, у которых в составе слова есть пи, да, вот именно слово. Дальше. Энергия чи. Вот очень часто у нас не хватает сил для волевого действия, для волевого поступка, для духовного роста, для того, чтобы вырваться из цепких лап каких-то системных настроек. Вот здесь способна помочь именно энергия чи. Так вот, следующее растение копит эту энергию чи. Чистец трава – это то, что сейчас называется гравилат городской. Или чильева трава – это подорожник большой. Представляете, как все на поверхности. Дальше, чистуха – это то, что сейчас называется чистотелом большим. Дальше, чахотная трава – это птарлика. Вот, пожалуйста, тоже не обязательно это все есть. С этим можно взаимодействовать для того, чтобы познать новую энергию или восполнить потерянную, тем самым начинать эволюционировать. Следующее. Энергия Си, дарующая божественную энергию на уровне единения с богами, с мирозданием, со Вселенной. Это энергия Си. Отсюда же понятие скромности. Да. Тут у нас растения, такие как синец, это то, что сейчас называется василек синий, синий чертополох, или сегодня называется синеголовник плосколистный, или, например, силичная трава, это пикульник обыкновенный. Вы представляете, силичная трава,
То есть это и си энергия, и ли энергия. То есть вы будете и божественную энергию стяжать, и, соответственно, энергию событий. А если в совокупности, то это божественные события. То есть получается, архитектуру своего «я» можно создавать благодаря растениям. Это небольшой список, вот у меня буквально тут в три строчки есть на листочке. Но какое огромное количество потенциала есть в природе, что не обязательно это все есть, не обязательно это все доить и мучить вырубками. К слову сказать, хотелось бы отметить, что те, кто нарушает целостность растений, получают отдачу, потому что растение не может радоваться, когда его уничтожают, растение не может восхищаться тем человеком, который уничтожает это растение. А значит, мало того, что в самом растении, которое срублено, сорвано и утилизировано на пищу, копится потенциал боли, страха и всего, что накапливалось в растении на момент того, как его рубили, рвали, уничтожали. Ну и, соответственно, энергоинформационный удар. То есть те люди, которые вот в советские времена, есть такая статистика, те люди, которые были на лесоповале, они более чем полгода не жили. То есть получается такая смерть на себе не от того, что, конечно, там плохо кормили, ужасные условия жизни, но статистика гласит, что те, кто именно был на лесоповале, то есть рубил деревья, те долго не жили, даже если их отпускали, они от какой-то болезни однозначно умирали. Почему так? Потому что чем мощнее, чем старше растение, тем сильнее отдача от воздействия на это растение. То есть если сломили веточку, значит, вот получим. Если срубили деревце, то получим еще сильнее. То есть все в природе, если мы не видим, это не значит, что этого не существует. Это не значит, что этого объекта нет, и он не обозначен. Он есть, и нам глазки-то надо открывать. И вот эти все энергии, они своеобразно светятся. Вот, например, когда тонким взглядом смотришь на елочку, вот кончик иголочек, он светится. Он действительно светится. Это так красиво, особенно когда начинаются сумерки, ночь. И кто смотрел фильм «Аватар», те знают, что вот это вот, то, что там изображено, это вообще не сказки. То есть вот так делают все растения. Они все светятся. И сейчас просто с растениями никто из людей не работает, и поэтому, ну, к сожалению, светимость слабая. Но тонким взглядом все равно видно, что где, как, и кто сильнее светится, кто нет. А почему, собственно, растения светились? Растения светились и светятся сейчас, тогда, когда они друг в друга влюбляются. То есть у нас сейчас растения в основном гермафродиты. И вот посмотрите, что происходит у нас в человеческом обществе. Как только люди начали питаться гермафродитными плодами, то есть плодами от гермафродитных растений. Напоминаю, что такое гермафродит? Это сочетание мужского и женского начала в одной особи. Соответственно, вот этот вот ужас и кошмар со сменами полов, с перепутыванием душ, кто в каком теле пришел, со сменами энергопотенциалов, непонятно, чем напитан мужчина, чем напитана женщина. То есть вот этот весь бардак, он начался тогда, когда мы перестали в природе дифференцировать растения на мужские и на женские. Вот у нас есть некоторые представители, например, облепиха. Вот облепиха, она плодоносит только когда есть мужское и женское дерево. Это интересный факт. Самое важное, что таких растений должно быть море. Они все должны быть такие. И когда растения друг в друга влюбляются, они начинают светиться. Это невероятно, это очень красиво. Но в чем суть? То есть помимо перечисленных энергий, они еще должны дифференцироваться на мужскую энергию, да, физическую, например, и на женскую. Вот если я произнесла «жи», «хи», «фи», «ми», «ли», «пи», «чи», «си», «ци» энергия, это вообще, когда присутствует буква «и», это женская энергия. А вот «жа», «ха», «фа», «ма», у нас даже в нотах осталось, да, нота «фа», это присутствие энергии мужской и так далее, да, я не буду сейчас все перечислять. Но у нас из-за того, что растения гермафродиты, и все в природе начинает откликаться на человеческое поведение и на то, что мы не следим за тем, что есть в природе, естественным фактом становится то, что идет вырождение.
То есть получается, что сейчас нам нужно дифференцировать растения на мужскую и женскую основу, чтобы брать не просто на уровне взаимодействия с растениями потенциал и, соответственно, напитываться вне физиологического процесса поедания растений, а именно дифференцированно, что женщина должна взаимодействовать с женскими растениями, если ей нужна женская энергия, и, соответственно, мужчина с мужскими, если ему нужна мужская энергия. То есть, понятное дело, что есть специфические задачи, когда может быть перехлёст взаимодействия с разными растениями, но вот такая специфика была. Так вот, как же взаимодействовать? Дело в том, что если мы начинаем общаться с растениями, то мы все равно делаем это варварски. То есть что делают люди? Обычно сорвали цветочек, принесли домой, поставили там, например, в кувшинчик и любуются им. А это энергия смерти. Вот так с растениями невозможно взаимодействовать. Они наоборот будут, ввиду того, что вы его сорвали с вас, и питаться, то есть тянуть эту энергию. Поэтому, конечно, на таком уровне мы с растениями не взаимодействуем. Первый и основной уровень взаимодействия – это ухаживать за растениями. Вы, наверное, заметили, что происходит, если мы берем щеночка маленького. Вот мы его берем, начинаем гладить, кормить, расчесывать, ухаживать, выгуливать. Что делает щенок? Он растет, он начинает лащиться, он начинает заступаться за хозяина, начинает там всячески прислуживать ему. Вот с растениями также. То есть здесь некая симбиотическая связь создается с растением, когда оно встречает и радостно реагирует. Это замечено на многих домашних растениях. Вот бывает так, что хозяйка уезжает, например, которая поливает себя цветы в квартире, и остается растение, бедолага, без хозяйки. И приходит другая женщина и поливает. Но растение становится чахлым, уставшим, у него начинаются какие-то проблемы с там, листвой, они желтеют, только возвращается хозяйка, начинает точно так же в таком же ритме поливать, и растение снова становится зеленым и красивым. То есть получается, если мы начинаем взаимодействовать с растениями на уровне ухода, то есть не вот это вот подсечное земледелие, когда я посадила помидор, полила, содрала с него плоды, съела и сижу довольная. Вот растению замечательно. Нет, не об этом речь. А о том, что когда мы начинаем на тонком плане взаимодействовать с растением, прямо разговаривать, передавать ему чувства, идеи, давать команды, потому что растение способно плодоносить так, как нужно нам. Вот нам сейчас рассказывают, что есть некая такая сказка, что вот в такую-то ночь папоротник там начинает цвести и дает плоды. Это правда, это правда. И действительно любое растение может плодоносить. Я своими глазами видела плоды, которые есть на тех растениях, которые не плодоносят. Вот я не буду давать ориентир, но это правда. То есть сейчас, когда ты показываешь биологу, натуралисту, вот я даже показала этот плод и говорю, смотри, он похож как на яблоко. Он действительно, там, например, кислый, там еще там какой-то. Он говорит, это паразит, который завелся и якобы ложный плод создал. Когда этот плод было разрезано, рассмотрена биология, были сданы все там, все просмотрено, вплоть до мельчайших анализов, никакого паразита там не было найдено. То есть получается, растение создает ложные плоды, ничего особо не дарующее человеку, потому что мы ничего не хотим от них, то есть мы неправильно заявляем свои желания. То есть получается, растения на уровне взаимодействия способны передавать все эти энергии. То есть если человек дома заводит себе лимон, вот сейчас очень модно заводить лимон домашний, начинаем ухаживать.